Это рассказ об острове Эвия или Эвбея, который находится в Греции. Вы прибываете в Афин, а далее отправляетесь на пароме, арендованном автомобиле, такси или трансфером, а может быть и поездом, на данный второй по величине остров страны. Ну, может быть, у них надо будет спросить. Тут же в фильме я покажу вам место моего отдыха. Это городок Эритрея. Дальше вы увидите все возможные места, красоту этого города, столицу его и, естественно, вместе моего отдыха, храмы потрясающих животных и, например, археологические раскопки в открытом доступе или музейном, где стоимость будет входа 2 евро. Надписи в основном будут на греческом, французском языке, даже без английского. Это главная крепость столицы Халкиды. Далее будет храм города. Естественно, у нас была хорошая экскурсия, где нам рассказывали историю, которая насчитывает более чем 2000 лет существования этих мест при человеке. Больше пока комментариев я не буду делать. Наслаждайтесь природными звуками. И спасибо за внимание к моим отзывам. До свидания, мои, все, кто смотрит. Они просто выступают. Я бы вам советовал садиться там, где много людей. Там, где много людей, это лучше будет. И цены хорошие. Именно греческие. Здесь одного места я понимаю, здесь во всей Китае не один раз, да, хороший. Но здесь, например, стоит, допустим. А там не садится, есть там, где вот много людей. Это самый хороший путь. А может, греческий там? Еще храм святого Николая, главный в городе Халкида, столица Эвбея, острова Греция. Внутри выглядят витражи, храм относится к православным. Угу. После принесения жертвы своей дочери, греки благополучно добрались до трона, направились, проверили себе метры.
Вот я об этом и говорю. Мы-то думаем, что это водоросли. Не знаю, но я это записываю. Может быть. Thank you.
удивительного, почему он уже открывает? Так он не боится, что вода зайдет. Сейчас он уже поздно открыл, а тут... Вообще все спокойно. Конечно. Все рассчитывает. Какие-то у нас в четверг. Да, да, все в то же время. А вот я вам написала там Кому пакетики сзади нужны? Что там? Расскажу, что там. И вода тут есть. Да, там маленькая кухонка. Но я думаю, здесь и туалет. Такое заброшенное.
Да. Ну, на полотенце лучше, потому что на белом лучше видно. Ага. Ну все, как бы... Ага, вижу.